Здравствуйте, на телеканале ТВ-21+, программа «Новости». Меня зовут Ольга Володина, и мы начинаем. Президент страны Владимир Путин с рабочим визитом посетил Мурманскую область. В Белокаменке он посетил центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где принял участие в церемонии отправки первой линии сжижения природного газа. На месте событий работал мой коллега Даниил Скуратов. Ему слово. Звук гудка и бетонная конструкция, вес которой более 600 тысяч тонн, начинает спуск на воду. Процесс небыстрый, занимает примерно сутки. Сегодня платформа сдвинется всего на несколько десятков метров. С центра строительства морских крупнотоннажных сооружений совсем скоро отправится первая линия по производству сжиженного природного газа. Плавучий завод преодолеет 2000 километров по Северному морскому пути, пока не доплывет до Ямало-Ненецкого автономного округа. Стоит отметить, что плавучий завод не имеет аналогов в мире, так как полный цикл сжижения природного газа происходит прямо на платформе. В год она может произвести более 6,5 миллионов тонн СПГ. За проектом следили не только в Мурманской области или стране, но и во всем мире. И для развития региона, для Мурманского порта, сколько там, 56 миллионов, по-моему, перевалили в прошлом году. Если такие проекты будут реализовываться, то действительно через 5-6 лет это произойдет минимум удвоение возможностей. Тем более, что и новый порт здесь строится. И никто не верил, вот, возможно ли, чтобы вот такой вес он составляет на сегодняшний день уже по факту где-то 154 тысячи тонн верхнее строение, да, чтобы разместить на гравитационной платформе, чтобы она поехала. И оказывается, это можно. Это, в принципе, мировое достижение. Пока из дока в Белокаменке выходит первая платформа, в центре строительства морских крупнотоннажных сооружений уже готовится вторая, которая точно так же отправится к месторождению Утренняя на Гыданском полуострове, но уже в 2024 году. Первая линия, которая через месяц уже дойдет до места ресурсной базы, соответственно, к концу года или в начале следующего года, как сказал Леонид Викторович, уже пойдет первый сжиженный природный газ. Первая партия предназначена партнерам в Юго-Восточной Азии и Японии. В целом проект «Арктик-СПГ» позволит увеличить мировую выработку сжиженного газа на 6%. Это поможет существенно укрепить позиции России на мировом рынке углеводородов. Даниил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ-21+. Позже в Мурманском центре управления регионом глава государства провел совещание по развитию Затоя арктических городов. Губернатор Андрей Чибис доложил президенту о работе, проделанной в этом направлении за прошедшие 4 года, и внес дополнительные предложения по улучшению качества жизни северян. Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%. Глава государства отметил, что в удаленных населенных пунктах дела с жилфондом обстоят еще хуже. Однако за последние несколько лет ситуация постепенно начала улучшаться. По словам губернатора Мурманской области, финансовые возможности национальных проектов и регионального плана «На севере жить» были направлены на развитие ЗАТО. Цена вопроса почти 14 миллиардов рублей. Благодаря этому построена первая за 30 лет школа в Североморске. Вот вы в своем вступительном слове как раз ее упомянули. 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов. Отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы, которые прилегают к более чем 400 многоквартирным домам. В своем докладе губернатор упомянул, что региону необходимо строительство новых домов и развитие инфраструктуры. На эти цели понадобится более 280 миллиардов рублей, а на модернизацию потребуется 10 лет. Обновление также коснется первичного звена здравоохранения, ремонта школ и системы ЖКХ. Президент отметил, что план мероприятий по развитию ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где проживают военнослужащие, нужно согласовать до 1 сентября. Мария Гусакова, ТВ-21+. Тем временем в Государственной Думе приняли закон о порядке северного завоза. Новые нормы вступят в силу 1 апреля 2024 года. Документ устанавливает критерии выбора территории и правила движения грузов. Определяет единого морского оператора, который обеспечит регулярный транзит между арктическими портами, а также вводит 3 категории грузов для разделения мер господдержки. Отдельно будет регламентироваться и планирование северного завоза. Программа будет формироваться ежегодно на 3-летний период, а утверждать его будут Минвосток развития.
Финляндия с 1 октября закрывает генконсульство России в Турку. О решении президента и Министерского комитета по внешней политике и политике безопасности сообщили на сайте правительства страны. Власти республики назвали асимметричным ответом решение России прекратить работу генконсульства Финляндии с 1 октября в Санкт-Петербурге. Оно последовало после решения Хельсинки выслать из страны 9 российских дипломатов. Напомним, отделение финского генконсульства в Мурманске не работает с января. Тем временем профессия переводчика не теряет своей актуальности. Летняя школа для специалистов впервые открылась в Мурманске. Это ежегодное событие, которое проводят в разных уголках России. Наш город возрождает мероприятия после ковидных ограничений. Требования к производимому русскому языку заведомо выше, чем требования к себе же, когда вас переводишь на английский. Сергей изучает английский и французский больше 20 лет. Погрузился в языки еще со студенческой скамьи. Сейчас он руководит группой перевода в одной из компаний Нижнего Новгорода. Знания помогают ему искать заказчиков за рубежом. Меня подкупила какая-то простота общения американцев вот на банальном социальном, так сказать, уровне. Я настолько этим загорелся, что я захотел эту культуру как бы узнать. Я в ней частично разочаровался потом, но был период, когда я горел. Но, тем не менее, с тех пор и до сих пор, когда я слышу английский язык, там, песни на английском, мне это очень нравится. Как и многие, Сергей в летней школе перевода принимает участие впервые. На встречах можно завести знакомство, обсудить изменения в отрасли, повысить квалификацию, например, освоить синхронность. Это не столько обучение непосредственно техники синхронного перевода, тем стратегиям, которые должен использовать переводчик-синхронист в кабине, сколько попытка, если хотите, максимально расслабить тех людей, которые приступают к обучению этой очень нелегкой деятельности, потому что по праву считается, что синхронный перевод – это сложнейший, если не самый сложный вид переводческой деятельности. В летней школе принимают участие больше 70 человек со всей страны. Это переводчики-фрилансеры, преподаватели вузов, представители переводческих компаний и переводческих отделов коммерческих предприятий. Программа вольная, то есть нет такой обязаловки, как в университете, прийти с утра до вечера отсидеть, тебе поставят 5 или поставят плюсик в журнале. А люди приходят вот по интересам, да, если там кому-то интересен синхронный перевод, они придут сегодня там на мастер-класс, да, потом через 2 часа подойдут на другое мероприятие. Летняя школа перевода продлится до 21 июля. Все участники по традиции получат электронные сертификаты. Следующая обучающая программа запланирована на зимний период. Даты и город проведения организаторы пока не определили. Кирилл Грипиняк, Максим Кравченко, ТВ-21+. В Заполярном и Никеле работают студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Все они пока обучаются на врачей общей практике. Что входит в их обязанности? Какой распорядок дня и о какой специализации мечтает каждый из них? Расскажем в сюжете. В Печенскую ЦРБ приехал медотряд «Шок» из Санкт-Петербурга. Кто-то на практику, кто-то сразу трудоустроился. Правда, пока только на месяц. Сейчас мы познакомимся с ребятами и узнаем, планируют ли они вернуться в наш регион снова. Первый новоиспеченный сотрудник больницы – Александр Симаков. Молодой человек сейчас работает медбратом в приемном отделении. Здравствуйте, приемный Заполярный. Говорит, телефон от звонков разрывается, да и бумажной работы много. К тому же приходится выполнять сразу несколько задач. В отличие от крупных стационаров, здесь, по словам Александра, нужно быть многостаночником. Ставить капельницы, клизмы, брать кровь на анализ. Планирую сам пойти в именно онкологию как специальность, не хирургию. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия и так далее. Там просто это все объединяется в одну специальность. Научную работу пишу по данной теме. Там, в седьмой палате, значит, женщина докапывалась, я ее поменяла. И там в этой палате тоже последняя капельница, снимешь катетер и, наверное, все. Два студента работают в хирургическом отделении, два в терапевтическом. Те, кто уже получил специальный сертификат, трудоустроены официально. График с 8 до 16 часов. Валерия Шишкова проходит только практику, но работы у нее ничуть не меньше. Практика, третий курс включает в себя врачебную, диагностическую, терапевтическую, хирургическую. То есть мы, как помощники врача, мы ходим с ними на обходы с утра. Помогаем им проводить какие-то обследования. Ребята занимают должности медбратьев и сестер. Врачи отмечают, что медотряд действительно большое подспорье. Специалистов летом не хватает, особенно младшего медицинского персонала. Это просто для нас
так, подарок, скажем так, потому что ребята молодые, энергичные, как бы очень хорошо справляются со своими обязанностями, вот во всем нам помогает. Я уже 5-й год выезжаю со студенческими медицинскими отрядами, всегда в маленькие города, во всех городах нас очень приветливо, доброжелательно встречают, потому что, ну, скажем, 18 человек поддержки для больницы – это очень много. Попасть в такой отряд может практически каждый студент университета имени Мечникова. С 2017 года будущие врачи побывали в Великих Луках, Сегеже, теперь вот и в Кольском Заполярье. В их планах помимо работы успеть на экскурсии, чтобы познакомиться с историей края и насладиться красотой природы. 5 августа они отправятся домой. Мария Гусакова, Максим Кравченко, ТВ21+. Помнить комбинации наизусть и ориентироваться в тактической обстановке на ощупь. В Мурманске прошел шахматный турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования для слепых и слабовидящих гроссмейстеров устроили в честь Международного дня шахмат. Николай Заборщиков первую партию в шахматы сыграл еще в детском саду. Тогда северянин видел каждую фигуру отчетливо. За 30 лет хроническое заболевание погрузило спортсмена практически в кромешную тьму. Сейчас ему приходится каждый ход делать на ощупь. Комбинации, изученные еще в детстве, и воображение позволяют ему побеждать. Дело в том, что шахматы, они же не только на доске, но и в уме. Хорошо представляя в уме, проще на доске ориентироваться. Наверное, видели телевизионные трансляции или компьютерные игры. Доска, диаграмма, ну и мышечные фигурки там не двигаю. Шахматный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья в таком формате провели впервые. 10 участников, 4 за шахматными досками, остальные играли в шашки. Для соревнований использовали специальные игровые поля и фигуры, цвет и месторасположение которых можно определить, просто прикоснувшись. Последние несколько лет наблюдается популярность этого вида спорта. Это связано в основном с тем, что наши гроссмейстеры 3 матча провели на звание чемпиона мира с Магнусом Карлсоном. На фоне детей, где я преподаю, чувствуется, что наплыв. И в школах сейчас пытаются вести такой предмет, как шахматы. Игроки обменялись опытом, впечатлениями и некоторыми секретами успешных партий. Каждый спортсмен получил диплом об участии. Мария Гусакова, Максим Кравченко, ТВ21+. В Мурманске презентовали первую настольную игру о Кольском полуострове. «Поймай северное сияние» – проект регионального комитета по туризму и туристического информационного центра области в необычной форме знакомит всех желающих с особенностями и красотами Заполярья. О том, как создавалась игра и пришлась ли она по вкусу молодежи, расскажет Всеволод Краснов. И первый мой вопрос заключается, скажите, пожалуйста, какое время года северное сияние можно увидеть в Мурманской области? Зима. Вот вы и посыпались. В молодежном центре Сопки всегда царит дружеская и непринужденная атмосфера. А сегодня у мальчишек и девчонок повод собраться особенный. Они станут одними из первых, кто опробует новую настольную игру о Мурманской области «Поймай северное сияние». Естественно, северное сияние – это ключевое, ради чего приезжают в Мурманскую область. Поэтому мы решили, что по итогам года экологически ответственного туризма мы из северного сияния сделаем не просто историю просмотреть, а историю проузнать. Не только про само явление природное, но и в том числе узнать про Кольский полуостров, про Мурманскую область, про возможность путешествия по региону. Чтобы получить удовольствие от любой игры, сначала нужно разобраться в ее правилах. Цель участников – путешествия по Кольскому полуострову, фотографировать его красоты. Нужно посетить как можно больше туристических объектов и сделать качественные снимки, а для этого придется анализировать погодные условия, солнечную активность, засветку. Ребят, первые впечатления от игры как вообще? Нравится? Очень сложно, но очень интересно. Пытаемся разобраться в этом всем. Вроде я сфоткала и вроде хорошо сфоткала, мне это нравится. Это что-то новенькое. Да. Весело. У меня есть предложение. Нужна мини-карта. В целом механика игры очень интересна. То есть ты можешь ходить как и на одном месте, так и посетить в принципе весь регион. И интересно, что очень много вводных. И вопросы, и снимок, и прогноз погоды, и как ты, какой путь сделаешь. То есть вот это все в целом. В целом, все-таки какой-то азарт определенный, хочется больше, дальше и быстрее. Придать природному явлению форму настольной игры – задача непростая. От идеи до печати прошло полгода, и все это время специалисты комитета по туризму и туристского информационного центра не сидели сложа руки. Туристским информационным центром была сделана достаточно большая объемная работа по сбору фотографий, по сбору текста. Наши 12 представителей туристических компаний, туроператоров, аттестованных гидов,
видов, принимали участие в записи интерактивной части игры. Это тоже был отдельный процесс съемочный. Интерактивность и использование дополненной реальности – главные особенности игры. Вытащив карточку и отсканировав QR-код, участники попадают на страницу с видеовопросом, выбирают вариант ответа и получают баллы. Разработчики ориентировались на примеры других регионов. Похожие игры есть, например, в Алтайском крае и на Чукотке, в Архангельской области и в Камчатском крае. Каждый со своей неповторимой тематикой и колоритом. В красочной коробке, помимо необходимых для игры вещей, таких как, например, карточки или вот такие вот правила, есть буклет о Сиянии, Мурманске и достопримечательностях. Можно найти информацию о том, что такое северное сияние, где лучше за ним охотиться, ну и другие полезные вещи для любого туриста. Например, что и где посетить в Мурманской области. Первый тираж – 200 экземпляров, но если не потребуется доработок и игра будет пользоваться популярностью, его сделают безлимитным. Сейчас «Поймай северное сияние» заинтересовало региональных туроператоров. Многие из них даже захотели продвигать ее как отдельную услугу. Всеволод Краснов, Максим Чинкин, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш Telegram-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня в Кандалакше плюс 15, плюс 17, дождь. В Умбе также возможны осадки, около 16 градусов со знаком плюс. В полярных зорях возможны осадки до плюс 15. В Апатитах переменная облачность, дождь. В Кировске также возможны осадки, около 14 градусов со знаком плюс. В Ковдоре дождливо, до плюс 14. В Мончегорске плюс 11, плюс 13, осадки. В Лавозере облачный, дождь, плюс 11, плюс 13. В Оленегорске до плюс 13, осадки. В Никеле облачно, без осадков, плюс 9, плюс 11. В Заполярном до плюс 11, без осадков. В Североморске дождя не ожидается, около 10 градусов со знаком плюс. В столице Заполярья также без осадков, до плюс 11. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире.